Какой город будет признан культурной столицей в 2024 году, станет известно в сентябре. До этого времени свой голос за любимую столицу можно отдать на сайте «Аргументы и факты». Напомню, Чебоксары вышли в финал общероссийского конкурса. В нем приняли участие российские города с населением от 250 тысяч человек. В общей сложности было подано 19 заявок, к финишной черте подошли 8 городов. Параллельно со вторым туром, где решение будет принимать жюри, полным ходом идет зрительское голосование. Если бы его результаты подводили сейчас, то Чебоксары вышли бы на первое место. Но в этом рейтинге Калининград буквально наступает нам на пятки. От столицы Чувашии его отделяет менее 1%. Однако у чебоксарцев и жителей республики еще есть время, чтобы упрочить позиции нашего города.